Что знаешь? Что по-корейски говорят? Ну, конечно, что... Хоть я не понимаю. Хотя недавно Саша мне говорит, ой, ну что ты знаешь? Ну, скажи, как будет все в порядке? Я ему говорю, ну ладно, скажи, как будет, я знаю. Я ему говорю, ну ладно, не будешь, ты знаешь. Ну, я вот и снимаю. Мне кажется, вот прямо просто по этой улице идти. Но я сейчас на карте смотрел. Ну, вышло так, что просто прямо надо идти и, в общем. Счастливый. Вот здесь смотрите. Стой. Маховая улица, все правильно. Правильно? Ага. Нам по маховой по прямой идти. Где ты? А вон туда. Александр. Да ты так, что? Ну, подождите, нет, да, нет. Давайте на первом выйдем, да? Он был, смотрите, нам все правильно. Александр, до библиотеки имени Ленина идти, так, смотрите. Так. А потом поворачивать, там как раз Александровский сад, и вот Арбатский. Пойдем, вот пойдем, пошла. Пойдем. Что вы о чем? На доктор Живаго говорю, что там замутрили книжку, все у них что-то не получалось.